веселый мус, он знал все песни наизусть. Ах, для чего ж веселый бус? Спляшем, Пенни, спляшем, надо петь громкими детскими голосами. Это книжечка для детей от 2-3 лет. Значит, завтра выходной, че вы? Просто расслабиться. У Пенни жил веселый гус, он знал все песни наизусть. Ах, да чего ж веселый гус? Спляшем, Пенни, спляшем. Ах, ты чего ж веселый гус, спляшем, Пенни, спляшем. В общем, ничего, уже стало лучше. Но вот как-то мы тут выступали в Светлановском зале, как там пели гораздо громче. Больше дорог. Ну-ка, посмотрим, что будет после второго года. У Пенни жил смешной щенок, он танцевать под дудку мог. Ах, ты чего ж смешной щенок, спляшем, Пенни, спляшем. Уже ближе к Светлану. Ах, да чего ж смешной щенок, спляшем, Пенни, спляшем. Виктор Семенович бы сказал, да, уже лучше, чем в Светлановском, но пока еще хуже, чем в Карнеги-холле. И женские голоса хорошо поют. Да, вот действительно заметно было, что с сопранами у нас здесь все в порядке. Поэтому давайте, вот как бы Берковский любил после второго куплета устраивать такой социологический эксперимент об активности населения по, как теперь говорят, гендерному признаку. Первое «Спляшем, Пенни, спляшем» я попрошу спеть представитель прекрасного пола, а второе — всех остальных. У Пенни старый жил козел, он бородой дорожки мел. А до чего ж умен козел? Спляшем, Пенни, спляшем. Ах, для чего ж умён козёл? Спляшем, Пенни, спляшем. Ну вот, даже мужики распелись, а слова закончились. Ну, знаете, народ не унывает. Это бесконечная песня. Тысяча куплетов сочинилось за время её существования. Вот часть из них мы сейчас вам споем. Если у вас есть новые, присылайте записочки. На следующем концерте станете автором песен нашего века. У Пенни жил огромный лось, жаль, прокормить не удалось. Ах, да чего ж огромный лось, спляшем, Пенни, спляшем. Ах, да чего ж огромный лось, спляшем, Пенни, спляшем. Этот вот куплет и следующий сочинил Георгий Леонидович Васильев, известный наш основатель проекта «Песнь нашего века». Пенни долго жил тунец, но ему пришел конец. Ах, ты чего же жаль тунца, спляшем, Пенни, спляшем. Ах, ты чего же жаль тунца, спляшем, Пенни, спляшем. Гламурный куплет, как сейчас говорят, сочинил народ. У Пенни жил ползучий гад, он был противен, но богат. Ах, ты чего же гад богат, спляшем, Пенни, спляшем. Ах, ты чего же гад богат, спляшем, Пенни, спляшем. Ну, не будем вас долго мучить, но один куплет сегодня должны обязательно спеть, который принадлежит тоже Георгию Васильеву. Сочинен он был 20 лет назад, на 70-летие Виктора Берковского. У Пенни жил Виктор Семенович Берковский, он был хорош собой чертовски. А для чего ж хорош Берковский, спляшем, Пенни, спляшем. А для чего ж хорош Берковский, спляшем, Пенни, спляшем. Отнесно! Ла-ла-ла!